Вот он мой айфончик, крошки мои, я его еще не открывала. И я вообще не собиралась снимать видео. Я хотела начинать уже завтра с 31 числа. Вот, ну, наверное, начнется Новый год по-другому. С подарка, супер. Сейчас я хочу его распаковать и уже завтра на него снимать, все делать. Короче, я очень счастлива. Он голубой. Прям в год голубого тигра голубой iPhone. Классный. На 512 гигов. Тут еще стрелочка какая-то. Блин, зачем вот на ночь? Я его открываю. Я же не усну теперь. Буду и разбираться в нем. Блин, какой он здоровенький. Не знаю. А ну-ка, давай. А где тут вообще зарядка? А ну-ка. Провод. А у него нет зарядки? Давай. Я не знала. Да и не отстань-ка, пожалуйста. Давай я сейчас сниму. Да спасибо. Блин, надо еще пленочку на него сделать. И пленочку на... Ой, он такой тяжеленький. Офигеть! И пленочку на него надо. И защитить его. И с одной стороны, и с другой стороны. Блин, а я думала, будет зарядка. У него быстрая зарядка в комплекте. Нет? И я думала, зарядка у них другая. Я думала, у них зарядка такая же, как и у этих, и у моего телефона. А здесь такая классическая. Я не поняла, что это за зарядка такая. Смотрите. С одной стороны, вот такая, как это у меня, заряжает делает... Huawei. А это то, что 5, ну, 5S еще и заряжала, вот такая. Я что-то не поняла, а как им заряжать вообще? Короче, я довольна. Я. Давайте включим его. Заряжен вообще? Да, ты... О! Вот как включается. Вот, включится. А это что, это яблоко? Блин, это яблоко откусанное. Видишь? Потому что это айфон, Денечка. У нас айфон только у папы был. А мы ходили с Huawei. Зарядка почти полная. Блин, я так привыкла, конечно, к своему телефону. Да я сама не знаю, да ничего здесь надо делать. О, русский. Все закружилось. Россия. В общем, как всегда, с айфоном все непросто, туда я просто войти не могу. Вообще, у меня был, у меня есть Apple, у меня же был раньше, да, и у меня есть и iPad, которым мы не пользуемся. Деньке хотела его отдать, но Денька его пока неправильно использует, поэтому нет. И телефон... Дэнь, слезь со стола, пожалуйста. И телефон, iPhone, пятерка у меня до сих пор, 300 лет назад его брали, тоже дарили мне, вот, и, короче говоря, лежит до сих пор. И Apple ID у меня был, я, кстати, не могла долго восстановить пароль, потом восстановила там через несколько недель восстановление, и я его, естественно, забыла. Я его восстановила, короче, сделала пароль, я его забыла, и сейчас тоже я хоть и подтвердила все данные по номеру телефона, я там все поменяла как следует, да, хоть я и все и восстановила, но тоже, опять же, нужно ждать сутки. Только завтра придет мне сообщение, где я смогу сбросить пароль и сделать новый. Вообще, я не знаю, как это с паролем. Еще говорят, разные пароли везде придумываете. Я вот везде придумываю разные и все время их забываю. Вот такие дела. Так что сегодня я не буду над айфоном крапеть, да. Сегодня я буду спать. Буду ждать пароль. Кстати, посмотрите по размеру, какие они. Вот то, что у меня был телефон, и вот iPhone сейчас. То есть он на буквально полсантиметра, наверное, даже меньше, да? Ну, он еще в чехле у меня, ну, на полсантиметра больше. Вот. А шире, ну, а шире, да, он пошире чуть-чуть будет. Тоже на полсантиметра пошире. Так что, в принципе, не сильно большой, но мой телефон полегче, мне кажется. Если еще на этот чехол одеть, то будет это... Жалко так его. Что это уже за крошки на камере? Всем доброе утро, мои хорошие. Я уже села пить кофе. Сегодня у моей Люси день рождения.
Я ее хочу горячо поздравить с днем рождения. Я уже все пожелала ей, что хотела. Всегда желаю для нас, для девочек, для молодых, красивых, амбициозных, с головой. Я могу пожелать только здоровья и здоровья близким. Все остальное у нас по-любому будет. И даже вчера говорила Люся, что в этом и есть кайф вообще, порой, мне кажется, в процессе. Если вот так вот все раз сделать, ну, представить на минутку все сделать, и у тебя все есть. А что дальше? Да? И вот, ну, прикольно, прикольно вообще в моменте чего-то достигать, радоваться, хвалить себя, гордиться за себя, что у тебя получается что-то, чувствовать этот рост, это круто, это и есть жизнь, по-моему, вот это вот движение. В общем, в достижении своих целей есть свой какой-то шарм, поэтому я не всегда желаю, чтобы вот так вот все было, да. В последнее время уже давно не желаю, чтобы все было по мгновению волшебной палочки. Чтобы просто все улыбалось навстречу, удача улыбалась, и все шли, и хорошие люди шли, и деньги притягивались. Ну, не так, чтобы, знаете, вот так вот раз и все. Может, какие-то моментики, пусть вот так вот раз и все, чтобы были какие-то инсайтики, были какие-то вспышки. Вот. Но сам процесс, мне кажется, в нем вот для нас с Люсей, во всяком случае, доставляет удовольствие. Главное, когда на пути все получается, знаете, и ты так идешь легко. Иногда и трудности они заставляют еще больше радоваться успехам, достижениям. В общем, у нее сегодня юбилей, и я ее очень горячо поздравляю. Вчера я созвонилась с ней после 12 ночи. Вот. Звоню ее поздравить с днем рождения. А она мне заказывает чехол на телефон, на мой новенький. Вот. Долго мы пытались понять, у нас вообще одинаковый цвет или нет. Но у нас разный цвет. И да хорошо, мы не будем их путать. Вот. Так что чехольчик ко мне уже едет. Через Озон она заказала какой-то хороший чехол. Ну, силиконовый я хотела специально, чтобы было видно цвет. Пока что еще цветом не насладилась. Потом уже буду цветные брать. Вот. И она там какой-то чехол, говорит, специально, чтобы, ну, камеры беречь там и так далее. Вон там бортики, чтобы у него были. Короче, при падении, чтобы, если что, все было защищено. Вот. И еще сегодня, я думаю, может быть, выйти из дома и взять стекло. Тоже важно, чтобы было стекло. Вот, стеклышко. И еще не приходило сообщение мне о том, что я могу восстановить пароль. Поэтому я пока им не пользуюсь. Пароль не помню. Пока что старым телефоном пользуюсь. Вчера я легла спать так поздно, опять в 3 часа. Я не выспалась, блин, ни хрена. У меня опять в глазах песок. Это очень стрёмно. Вот. Время сейчас без 20. 11. Сейчас попью кофе, выставлю вам видео. Мне вот прям ничего не надо делать, ничего не надо готовить, ничего не надо убирать. Я все заказала. Все, что нужно, я заказала. Я заказала рыбу, мясные медальончики и заказала десертик. Мама будет делать оливье, Виталик будет делать пюре, Натали сказала еще салат сделает, она его, наверное, сразу принесет греческим, и утку запечет. Свекровь делает селедку под шубой. Вот. Короче говоря, будет полон дом людей. Я уже подготовила вот так вот подарочки, поставила. Вот, это мой подарок тут был. Короче говоря, хочу скорее, чтобы подключился iPhone, и хочу попробовать снять вторую часть Нового года на iPhone в режиме кино. Может, даже там такой режим есть прикольный. Ну, посмотреть, потренить перед поездкой. Потому что всю поездку, которая у меня будет, я буду снимать на iPhone. Денечка, она съела всю гречку и теперь выбирает первый подарок свой. Выбирай под елкой подарок. Аккуратно! Ты по столу как по бульвару ходишь. Ну все, открывай. Этот бар небольшой. А внутри что, посмотри? Ну вот, скажи, радость где, да? Вот эти барни. Давай открою. Так, смотри, этот молочный, этот вкус банана йогурта, этот шоколадный. Я сделала зуб. Зуб шатается у тебя, да? Да. Это
Скоро упадет. Это, Дэня, тебе в комнату мама купила, наконец-таки, занавес. Да. Я тоже заказала. Твою, тебе в комнату повесить. Это не мой. Нет, не нужно тебе это. Я заказывала на Озон, но там были отзывы, что она может, ну, работать, короче, неправильно. Надо проверить. Надеюсь, все работает. Цветная занавес, 3x3. Деньги в комнату. Внимание, включаем. Все работают. Все работают, точно. А это почему не работает? Блин, реально? А вот это не работает? Почему? Реально две не работают? Прикиньте, обламинго какой. Трындец, две не работают. Ну как так? 1500. А, не 1500, она со скидкой была. 600 с чем-то. Ну, две не работают. Так что не будем вешать Дэню, мы тебя в комнату красоту эту. Надо другую заказать. Я хотела, чтобы так цветное висело, вот так вот красивенько. В комнате у него. Жалко. Верну. На Озон я, кстати, еще ни разу ничего не возвращала. В Wildberries вот с едой тогда вот мы промызгались. А на Озон я даже не знаю как. Нужно что-то онлайн делать или прям идти в пункт выдачи. Сейчас пойду посмотрю на сайте. В комнате, кстати, вы давно уже, наверное, не видели эту комнату. В этой комнате был бардак жесткий вообще. Очень много было вещей, распродажа, съемки. Просто тут было не пройти. Но вот к Новому году, так как гости придут, я решила навести чуть-чуть порядок. Вот они у меня тут вещи на продажу, все висят, все закрытые. Вот, чтобы на продажу, вы понимаете, сколько вещей, девочки? Их некуда просто девать, их нужно распродавать. Поэтому у меня так регулярно выходят видео, но вот просто сейчас я болею, и времени не было. Короче, все закрыто, все, чтобы ничего не пылилось и ничего, ну, не портилось, не пачкалось. Вот. Нашла свою книгу, господи, я ее потеряла. А я ее не потеряла, точнее, Дэня любит у меня книжки, он ее взял, начал ложить ее туда, она куда-то провалилась, у меня, короче, полка одна не закрывалась. И, то есть, целое дело, нужно было прибраться, чтобы поднять вот эту полку, попробовать. И она, короче, вот, оказывается, эта книжка туда провалилась. Конечно бы я ее не нашла. Я думаю, куда она делась. Так что буду ее читать и вдохновляться. И, наконец-таки, начну медитировать благодаря ей. Надо обязательно поехать и купить цветы. Я хочу, чтобы у меня были красивые живые цветы. Вот эти вот штуки я не убираю, здесь будут цветы. Вот, я нашла даже место, оно просто находится несколько километров от Ростова. Надо вот собраться как-нибудь и поехать. Вот в Новом году, наверное, поеду. Решетку положила вот так вот специально. Ну, я ее сняла, во-первых, с прихожей, потому что я там собиралась клеить кое-что, да. Но в итоге не буду клеить, надо будет обратно повесить эту вешалку, потому что она нужна. А положила я ее так, чтобы вот туда не ходили коты у меня. Ну, то есть им неудобно вот так вот копать, понимаете? Они туда ходят, в туалет. Пару раз сходили уже. И Милка, по-моему, сходила, и Бандик этот. Милочка, ты прям сливаешься у меня с кроватью. Бандик сидит. Данька играет в свой телефон. Там ему подарили не телефон, точнее, а этот, часы такие. Ладно, пойдемте. Ой, сейчас только что спускались вниз. Настя приходила. Девочка, с которой мы занимались вместе в фитнес-клубе, она Деньке привезла, ой, вкусные печеньки, которые они делают сами. Имбирные пряники, имбирные печеньки. В общем, очень хочется попробовать. Я люблю, когда своими руками что-то делают. Круто. Вот. Еще я сходила в магазин, купила шампанское Брют Абрау Дюрсо. И купила кошакам наполнитель, потому что, короче, я не рассчитала, и у них сейчас стакан наполнителя там, вот. И, короче, у нас здесь рядом, прям с домом, если пройтись, то какие-то дорогие, вот 470 рублей стоит вот этот вот на 3,8, вот. А я же по 320, по 350 там беру, ну, по 370, тут вот на 100 рублей дороже. И он не кругленький, а колотый. Ну, посмотрим. Та-дам! Первые гости пришли. Да, так, всех с наступающим. Смотрите, какая Настя красивая, вся в розовом, длинные волосы. Кстати. Волосы отросли, я смотрю уже. Вот. Ой, какое платье. Ой, а у нее там ожерелье еще. Ну ты красота вообще.
Супер модная девчонка. Короче, все со своим пришли. Мама оливье сделала вот здесь целый тазик. Покажу потом. Что вы тут утку принесли, да? Замариновали ее или что-то? Еще нет, у меня. У меня аромат. А, подожди, вы запекли уже? Нет. Да, нет, она только замаринована. Ага. Ну все. Ты знаешь, что, как положить, да, куда, все, да? Сейчас жена идет. Не, ну там понятно, Натали пусть сделает. Делать надо. Понятно. Ой. Ой, какой аромат вкусный. Там яблоки уже в ней внутри. Надо. Серьезно? Я потом покажу, да, вам, понравится, если удастся мне, да? Так, это ты на бутерброды принес со шпротами, да? Ну да. Это уже ля, вы даже их... В этом поджарили даже. Да, да, со смайликами. Так, Виталий говорит, это что-то на пробу, да? Сами делали или купил? Наташа сделала сама? Обалдеть. А, да, да, он не любит. Так, это еще на готовку. Оливки любимые Наташины. Огурчики у нас тут, шпротики. А это этот греческий салатик Натали делает. О, Виталий же еще кальянчик принес. Да дадим. Мы будем кальянчик курить сегодня. Натали. Иди ко мне сюда. Давай, я помогу. Да мне надо достать с этого. Блин, да. Фартук есть у тебя? Откуда у меня фартук? У тебя есть? У меня привык, мне фартуки походило, привык к фартуку. Не про это, а ты. У тебя фартук, наверное, какой-то кружевной. Нормальный фартук, абсолютно. Ой, смотри, это ты чем-то ее там начинила, Виталий говорит уже, да? И вот так закрыла, зашили. Такая здоровая, обалдеть. И все, теперь фольгой накрыть, да, и в этот духовочку. Мы с Виталиком тут курим кальянчик, учим английский, а девочки наши шуршат. Мама почистила картошку, сейчас будет варить. Натали делает супер любимые бутерброды, да? Это ты чем мажешь сейчас? Майонез с чесночком, да? И будет потом у нас вон шпротинки смотреть. Я тоже люблю такие бутерброды со шпротом. Сейчас бы прям и поела бы прям. Салатик греческий намешали. У нас этот сыр получился как сметанка. Но я на самом деле люблю именно так. Вот он очень насыщенный и вкусный получается. Ой, вы там творите вообще, черти ужас. Дети с ума сходят. Это еще не все гости пришли к нам. Потеете все раньше времени. Вот это каруселька, да? Красота. Ну что, мои хорошие, я переоделась, потому что засмущали меня. Все такие нарядные, все такие... Ну, краситься не буду. Если что, в фотошопе подкрашу себя чуть-чуть. Благо, есть вот это все. Так, что? Я хочу показать вам наш столик скромный. Смотрите, Натали сделала бутербродики. Вот такие вкусные. Я же попробовала. Очень вкусные. Чесночок прям рулит. И вот это все. Соленый огурчик, чесночок. Вот этот вот. И вот... Ай, кайф. Салатик еще не пробовала, но уверена, он очень вкусный. Рыбу это я заказала. Рыба нереально вкусная. Ребята сказали не греть. Мама говорит, я холодную попробовала, она холодная, вкусная, не грей. Это свиные медальончики, они в беконе. Они нереально вкусные. И холодные, и подогретые, но я их подогрела. Очень вкусные, хочу, чтобы все заценили. Оливье мама сделала мой идеальный. А Натали сделала с кальмаром. Короче, кальмар, а внутри... Креветки, сыр. Короче, очень вкусная тема. Пока резали, попробовали. Очень вкусная нарезочка. Сыр маздамчик, кстати, надо. Оп, есть. Ага, вкусно. И нарезочка. Что у нас там еще делается? Утка еще. И утка. Картошечка, пюре. Пюре. Пюре уже готово. И у нас уточка запекается. Ей еще 54 минуты, но мы еще ждем оставшихся гостей. И потом начнем. Переставили вот так вот диванчик. Для того, чтобы вот здесь сесть. Ну, хотя бы 3 человека сядет, да? 3 здесь, 2 там. 5 сядет. Я постою, если что. 6, получается, сидит. Еще один у нас будет кто-то стоять. Кто-то со мной все постоит. Ну, вот на балконе табуретки. Целая куча стульев. Не, ну табуретка это низко. Ну... Это низко. Это низко. Для высокого человека это не низко, а нормально. Табуретка это низко. Низко. Тебе надо эти таблетки такие вот, как вот типа такие. Таблетки от высокомерия, да? Таблетки, чтобы под стол можно было убирать вот эти. Табуретки. Да, табуретки. Табуретки, таблетки.
Я, да, я хотела уже взять парочку хотя бы, чтобы они были барные, да. Такие. Табуретки, таблетки, да. Оливки. Я вообще их не очень люблю, вот их Наташа очень любит. Но я одну украду у нее. Ой, я ж не поздравила твоих девочек с Новым годом. А ну-ка поздравь, быстренько. Девочки, с Новым годом поздравляю, потому что это видео выйдет уже в Новом году, правильно? Да. Правильно. Все, значит, я вас уже с Новым годом могу поздравить. Ох, какая ты шустрая. Да, своих на канале я поздравила, а твоих вот сейчас поздравляю. Угу. Лучше поздно, чем никогда. Да, короче говоря, я переоделась я в голубом, потому что голубой тигр же у нас, поэтому я должна быть в голубом. Вот, и вот так, вот так, вот так. Мне кажется, нормальненько, да? Так лучше, чем в пижаме все-таки. Из леопарда, а не из тигра. Смотрите, что я нашла. Та-дам! Стране, Муз-ТВ. У нас теперь суперсветовая музыка! Браза уже в рубашечке, красопетик. Красота вообще. Классное мероприятие. Все, ждем. Смотрите, Надежда Ивановна, какую шубу сделала красивую. Через несколько секунд наступит Новый год. Ну что, и мы будем чокаться. Мы слушаем. Мы уже подготовили. Я пью сок. У всех налиты бокалы. У меня уже на часах 00:00. У меня уже часы спешат. Еще не начался, сейчас только будет. Эй, дядь, давай уже заканчивай. Где куранты? Все, желание загадываем. Давайте, пока еще бой курантов не прошел. Все, там одна минута уже. Года. Настя. А я себе загадала. Сейчас будет повыше. Не исполнишь. А я уже года. Кого? Гоните, гоните. Все, загадали, успели? Да-да. Союз нерушимый. С Новым годом, товарищи! Пойте, пойте! Твое достояние на все времена. Славься! Да, нет. Союз вековой. Да, снег припорошил машины. Салютик, салютик. Смотрите, салюты, как красиво. Просто у нас, конечно, обзор салютный, трындец какой. Ай, красота, бьет. Супер вообще. Бантик, салют там, ты смотришь, как красиво. Та-дам! Гости только ушли. Денечку я уже часик назад, наверное, полтора где-то уложила. Он набегался с детками. Вот. Короче, пооставалось еды. Что-то там кому-то отдала. Кто-то кому-то на работу завтра. В общем, сейчас еще надо это как-то все разложить, распихать. Куча еды. Но Виталия с Наташей еще должны завтра прийти. Они сейчас еще пошли гулять. Вот. Должны завтра прийти. Да, вот. Что вот, вот все прекрасно, все замечательно. Время, кстати, сейчас 12 минут четвертого, я не сплю. И, короче говоря, вот уборочкой надо заняться. Хотя бы поскладывать всю еду, потому что ее оставлять нельзя. Коты все съедят. Кстати, история моя с айфоном. Это просто трэш. Я дождалась этих нескольких часов, там уже сутки остались, и мне пишут, что ваша учетная запись восстановится только через 13 дней. Я подумала, все, нафиг, создам новую учетную запись. В iCloud. Что там?
скребется кто-то где-то. Пока ребята выходили, думала, может, кто-нибудь это из моих детей выбежал. Бандик или Милка? Нет, все спят. Ой, смотрите, что мне подарили. Это просто космос вообще. Это S, это ручной работы. S, Селена, будет вот здесь у меня висеть. И как оно вообще гармонично все светится. Представляете, ручной работы для меня сделали. Это очень-очень круто. Очень красивая штучка. Ой, кайф. Так, ну и вот, я создала учетную запись и уже сим-карту вставила в телефон, короче, потихоньку все приложения устанавливаю, смотрю, какие там были, там пароли, все дела, что-то забыла, что-то вспоминаю пароли, короче. Но самое главное, в Инстаграм не заходит, представляете? То есть я захожу через компьютер, все нормально заходит, а через телефон он пишет, мне ошибка у вас какая-то. Я не могу понять, что к чему, короче. Никак. В общем, по-разному пробовали Wi-Fi включать, отключать, сим-карту вставлять, не вставлять. По-разному, короче, пробовали. Но я думаю, может быть, это из-за того, что сегодня, там, да, Новый год, может, перегрузка какая-то, хрен его знает. Но я не могу зайти в свой Инстаграм по непонятной мне причине именно в телефоне новом. Вот, очень странно. Ну а так, в принципе, все. Мы посидели, встретили Новый год. Даже планировалось как-то, что как куранты там пробьют, то все, мы тут еще чуть посидим и пойдем на елку. В итоге что-то нам так классно было, музыка, что-то попели, потанцевали. Мамы наши ушли быстренько, обе по домам. Они одновременно ушли, там сразу, буквально там через 20-30 минут после курантов. Мамы ушли наши. Мы остались еще туда-сюда, поем, веселимся. Я в телефоне залипаю, ребята тут что-то. Вот, короче, и все. И потом я смотрю, уже Денька такой сонливый, а еще телефон я ему дала. Ну, потому что одному дали телефон, другому не дали телефон. Ну, в общем, короче. И он там у меня в телефоне, я не знаю, тыкал все подряд, блин. Я так переживала, я говорю, пойдем спать, я тебя положу, чтобы он уже от телефона этого отстал. Короче, быстренько уснул, и все. Я продолжаю сидеть в телефоне. Вот. Еще посидели, пообщались, попили. И вот сейчас ребята пошли гулять на елку. А мы в итоге на елку передумали идти уже поздно, потому что если бы сразу после 12 пошли, можно было бы. Так, нет, я уже переоделась, пока Деньку укладывала. Вот, короче, прекрасно посидели, вообще супер, супер Новый год. Прям даже, я не знаю, какой Новый год даже лучше пожелать. До этого просто все Новые года, которые я отмечала, мы отмечали просто с мамой. У нас все было скромненько, нам ничего не нужно было убирать. Мы не танцевали, не пели. А тут у нас вот прям собралась большая компания. И такие две родственные семьи. Три родственные семьи. Вот. Не, можно сказать две. Да. Не, ну три. Нет, ну так, по сути, три, наверное, да, а в общем-то две. Вот. Две разные семьи. Но все-таки мы вместе. Круто. Вот. И я на самом деле очень хотела, чтобы мы все вместе отметили Новый год. Потому что кто его знает, как будет в следующих годах. И этот год мы запомним надолго. То, что мы его отметили все вместе. Поэтому вариантов просто с мамой лежать на диване не было. Вот так. Короче, все, сейчас надо собраться как-то и куда-то вообще эту еду-то разместить, даже не представляю. Та-дам! Доброе утро, мои хорошие! Я спала до последнего. Браза позвонил мне там 10:30. Сначала говорит, мы уже выдвигаемся тут пока. Они в гостях оставались тут рядом. Пошли еще гулять. Остались там переночевать. Ну, получается, несколько часов поспать. Вот. Пришли. Хотя я говорила им, оставайтесь. Вот, а им нужно было еще минут 40-50.
погулять. Не хватило. Как это так сейчас спать? Никто спать не собирается. Сейчас Наташа с Виталиком пришли, с Настёной. Я очень рада, что забрали у меня часть еды, потому что у меня все время печалька, когда много еды остается, и думаешь, как ты тут одна будешь со всем этим справляться, и как бы выкидывать еду не хочется. А у них как раз сейчас гости к ним приезжают. Вот. И я такая говорю, давайте вот это, и вот это, и вот это возьмите. Оставила себе чуть-чуть на сегодня вообще. На сегодня, может, на завтра еще что останется. Ну все. Так что вот так я люблю, когда получается. Время сейчас 12:30, да? Без 15 час. Я делаю себе кофе. Спать не буду. Я сейчас буду снова ломать голову, как зайти в Инстаграм. Мы вчера пили, кстати, вот такой вот очень вкусный шампусик. Гости привезли. Ну вот я розовый. Один розовый был, один белый. Ну и тот вкусный. Я не хочу кисть глотать. Давай ты глотай. Давай глотай. Я не хочу. Давай ты. Давай глотай. Не хочу глотать. Та-та-ри-та-та-ра-там, сажусь на рабочее место. Так, настроение у меня хорошее, сразу вам скажу, почему. Потому что я наконец-таки вошла в Инстаграм со своего нового телефона. Абсолютно случайно это произошло, и я ковырялась. Там из-за того, что вот из-за безопасности вот этой, знаете, связанные аккаунты, какие-то группы, вот эта метавселенная, что-то там все вот это вместе. Короче, я тыкала, я даже не поняла конкретно, что я сделала для того, чтобы тыкнуть так, что я такая, опа, через свой другой аккаунт, понимаете, вот так что-то там соединив, и я такая, да, и открываю самой аккаунт вообще просто. И я такая, аж не верю, понимаете, я столько времени промучилась со всем этим, все, выдохнуть можно. Это самое вот, что меня больше всего беспокоило. Сейчас провела прямой эфир, все сказали, качество хорошее, звук хороший, все супер. Я рада и счастлива. Вот, сейчас я хочу смонтировать этот влог, поэтому я сейчас попрощаюсь уже с вами. Сяду монтировать, чтобы вам было что смотреть, мои дарлинги, мои ласточки. Вот, что у нас ближайшее планируется? Поездочка же в Беларусь, да, у нас ближайшее... Где-то 8-го. Короче, завтра уже будем смотреть билеты. Вот. Когда я возьму билеты, я уже точно скажу, как и что там будет. Вот, это раз моментик. Потом я хочу за это время, пока мы здесь, всю родню свозить в одно место. Интересно, меня как раз спрашивали, да, что ты подарила. Я подарила вот прям всем. Подарила... сертификаты, можно сказать, виртуальные, да, такие, в одно место, короче, хочу свозить их, там банька, бассейн с подогревом, короче, очень все клево, надо как-то нам собраться, либо всем вместе собраться, поехать там на 2-3 машинах, либо как-то частями, если мы не соберемся, да, там кто-то что-то будет занят, короче, как-то вот надо собраться, нам собраться и съездить туда отдохнуть, вот, это раз. В январе хочется сделать, обязательно сниму. А что еще? Салаты буду кушать сегодня. Вот. Денька там что-то разгром делает, я боюсь даже идти в комнату. Давайте глянем, что он там делает. Кися, ты чего ищешь? Часы? Нет. Нет? Часы не ищешь? Ты я здесь, ой, спала. Вещи разбросала. Ну еще глянь, бардак еще не навел. А то я смотрю, гремит что-то. Думаю, о, это сейчас, наверное, ужасный бардак. Вот так, ну, нормально, прилично еще. Пока я была в прямом эфире, Денечка, конечно, тут навел бардак, смотрите. Это просто кошмар, понимаете? Девочки, кто был со мной в прямом эфире, понимаете, что ребенок делал, да? Поэтому он не лез ко мне в эфир. Он клеил себе на лицо вот это вот все дело. И потом облизывался. Короче, смешно. Вот такие вот сапожки в Котофее взяли. Я думала, вчера на елку пойдем, как раз их обытываем. Но нет, они должны быть непромокаемые, какая-то там мембрана внутри. В общем-то, вот такие сапожки взяли. По шите уже промокают. Вот здесь вот у нас подарочек, как всегда. Много чего надарили Деньке. Даже
Надо аккуратно. Магический песочек вот здесь. Один цвет, второй я цвет. Буду... Потом вот такое вот воздушное что-то. Я знаю, что ты любишь, но подожди, ты будешь с мамой играть. Значит, это будет все по всей квартире. Домино из фиксиков. Это песочек. Нет, песочек. Давай домино из фиксиков. Давай, открывай. Нет, песочек потом, Дэнь. Песочек потом. Это синий песочек. Синий песочек, зеленый песочек. Потом поиграем в песочек. Лежит. Он пусть здесь, вот здесь лежит. Ложи сюда. Мы потом с тобой поиграем. Пока давай домино. По очереди все игрушки надо. И еще вот такая вот, смотрите, 3D-ручка. Автоотключение. Короче, картинки здесь. И просто их, я поняла, закрашивать нужно. Ну, такая, короче, штука. Это тоже вот вместе нам нужно делать с ним. Поэтому так просто ему не дам. Сейчас надо поубираться немножечко еще. Там дела какие-то поделать. А потом уже сесть с ним и играть конкретно. Смотри, какая принцесска моя. Моя кошка, моя. Ну-ка, смотри. Нет, Дэнь, ты знаешь, как в домино играть вообще-то? Смотри. Вот так вот. А здесь, смотри, фиксики. Вот так. Опа. Закрываешь вот так. Еще ищи. Смотри. Опа. Сама в домино особо не помню, как играть, но я знаю, что вот так. Это... Вот, тебе нужно вот такую найти теперь, чтобы сюда ее поставить. Вот, молодец. Вообще, нам надо с тобой сесть вот так и поиграть. Вдвоем. Только надо почитать. Я не помню, как в домино играть вообще. Мы с бабушкой когда-то играли. А вот Денька маленький. Еще в том садике частном, в котором мы были. Фоткали их. Ну, чего тут у тебя? Выбрали мы с ним зеленый. А вот, смотри, звездочка. Звездочку сделай. Дави вот так. О! Ты видишь, уже получилось сразу. Вау. А вон черепашка. Все, сложил всех черепашек в единую. Классный песочек, да? Он какой-то такой плотненький и в то же время рассыпается. Ой, черепашка. Ты знаешь, что можешь сделать? Вот так прям разветывать вот так вот. И делать много-много черепашек. Вот так вот разбросай чуть-чуть. Смотри. Вот так, смотри, пальчиками вот так. Ну, смотри, здесь, глянь, смотри, раз, черепашка, маленькая, два, черепашка, три, мне самой нравится, черепашка, глянь, Дэнь, мам, сколько черепашек сделала, вау, сколько черепашек мама сделала, да, но как ты с черепашками обращаешься. Вот, короче, вот такие дела. Что вам еще показать? В целом, ну все, показывать больше нечего. Все, короче, буду прощаться тогда с вами. Мы увидимся с вами в следующем влоге уже, да, наверное, уже завтра. Может, куда-то выберемся, выйдем, потому что хочется и пленку на телефон купить, и сзади вот эту штучку мне надо удобно, чтобы держать, снимать, короче. Вот. Чехол он едет, но я думаю, я еще заказала чехол на одном сайте, там, другого цвета. Я думаю, что, может быть, я еще и в магазине куплю, и зарядку надо, и чехол взять. Наушники брать не буду, потому что у меня есть наушники там, но я ими так редко пользуюсь. Сначала думала брать наушники, а потом думаю, нафиг они нужны вообще мне, наушники. Я ими все равно не пользуюсь. Вот. Короче, выехать куда-нибудь в торговый центр, может, там пошататься как-то, что-то, поразвлекаться. Надо узнать, кстати, у своих, сколько они вообще выходные еще будут. Вот. Все, люблю, целую, с Новым годом, с новым счастьем. Чувствую, 22-й год будет великолепным годом. Все, что вы не успели в 21-м, в 22-м должны успеть. Вот. Наилучшим образом все еще сложится. Так и будет. Все, всем пока-пока.